У картинной галереи «Горы Лавашенки» открылась выстава авторских лялек под названием «Морозка». Свыше 300 работ представила бобруйский мастер Наталья Ковалева. Это один из проектов международного бренда «Панна Долья», ведомого у нашей краине. Наведывальники выставы смогут окунуться в казашный свет дзятинства и отчуть неповторную новогоднюю атмосферу. Наталья Ковалева давно вырабляя лялек и мишек Тедди, а зараз долучила до этого своих вушнев, выхованцев дитячих домов семейного типа. Усяго под ее керавництвом занимаются 27 хлопчиков и девчат. Коллективные работы детей и эксклюзивные выробы самой Натальи Ковалевой присвящены казашной тематике. В экспозиции «Дяды Морозы», «Загадковые снегурки», «Веселые мишки», «Чаровные винтажные ляльки с фарфору», «Глины» и «Папье-маше». Здесь есть определенные нюансы при работе с детьми. Это же дети. И если ты успеешь схватить, то ты успеешь. Но можно же не успеть. А дело в том, что работа, когда залита клейстером, она колышется, как медуза, она двигается, она очень подвижна. И если ребенок ее будет переставлять, ее может перекосить. Из-за этого, получается, пошел перекос. Что делать? Смотрим. Начинаешь подкладывать, подвигать, смотреть. А почему бы сюда не поставить домик? А почему бы здесь не сделать дерево?